Сегодня днем в сочинский аэропорт прибыл чартерный рейс, следующий из столицы королевства Бахрейн. На борту Боинг 747 в Сочи доставили груз общим весом около 135 тонн. Это оборудование и болиды для проведения гонок Формулы-1. Все упаковано в специальные большие контейнеры. Их загружали с помощью поддонов, вмещающих до 7 тонн груза. Контейнеры с гоночными болидами и оборудованием доставили в специальную зону таможенного контроля в аэропорту Сочи, где расположен мобильный инспекционный досмотровый комплекс. С помощью данного комплекса осуществляется досмотр прибывших товаров. Осуществляется его рентген, с помощью рентгеновских лучей осуществляется просвечивание и делаются выводы, соответствует прибывший груз или не соответствует. После прохождения всех пограничных и таможенных формальностей груз направят на автодром. В следующие 3 дня аэропорт Сочи примет еще 5 грузовых рейсов с оборудованием для королевских гонок. Ну а последний рейс с дополнительным грузом прибудет в Сочи 26 числа. Впервые аэропорт принял оборудование и болиды для дебютного Гран-при России в 2014 году. В 2016 в период подготовки и проведения 3-го этапа гонок Формулы-1 аэропорт обслужил около 100 тысяч пассажиров, а также почти 700 рейсов. Добавлю, что Формула-1 в Сочи пройдет с 28 по 30 апреля.